Дмитрий Славский, Антон Залетаев, Ахмат Бакаев, Дмитрий Рыбалопов. Композитор бросит очки. У кого-нибудь есть очки? А, он хочет посмотреть в очки барабанщика, чтобы ритмичнее играть, мне кажется. Да, главное, чтобы очки не заплатили. Так, прозвучала композиция под названием «Экскаватор», да, но, может быть, мы переименуем ее в очки. Так, следующая композиция, которую вы услышите, называется «Холмы». Thank you.
Композиция «Холмы» посвящена родному городу Ахмата-Бакаева, Душанбе. Да, и этот саундтрек вы могли бы услышать в фильме «Кош-Бакош», собственно, по названию которого группа называется. Ахмат-Бакаев. Сейчас прозвучит вальс. Сейчас прозвучит левитация. Тут подсказывает, что пролетит.
чтобы не превращать наш концерт в какое-то печальное действо, мы сейчас вам исполним композицию в ирландском духе. И можно, мне кажется, под нее даже танцевать и бить кулаками по столам. Да? Или в грудь, да, ну, кого-нибудь товарища называют. Так, композиция называется «Ирландия». Thank you.
кайф. Антон залетает. Я объявляю, да. Ну, так как у нас Ахмат Бакаев является прирожденным лириком, мы сейчас вам исполним очень красивую балладу. Кстати, баллада не имеет названия, она у нас почему-то под аббревиатурой Q1 почему-то называется. Так что если у кого-то возникнет какая-то добрая ассоциация, мы будем признательны, если вы нам скажете, как назвать эту композицию. Thank you.
Алексея Козлова есть прекрасная композиция под таким же названием. И у Гудмана, да. «Рассвет». Не знаю, почему-то, знаете, я вот сказал вот просто «Порт-Артур», не знаю почему. Может быть. Звучит. Ну, да, да. Так, ну, после лирики мы немножко перейдем к танцам на 5/8. Thank you.
Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Композиция, которая прозвучала, называлась «Алушта». Это тоже морское название. Соло на барабанах Дмитрий Сланский. Следующая композиция называется «Вечный шаг». Thank you.
«Вечный шаг». Надеюсь, и Мат тоже будет. Ну да. Вообще, когда вечный шаг, мата же не бывает, кстати. Если кто-то играет в шахматы. Так, следующая композиция родилась совместно с Ахматом Бакаевым. И долгое время имеет кодовое название 7 восьмых. Опять же, приветствуется название из зала. Не стесняемся. Можете присылать записки, я зачитаю. We'll be right back.
следующая композиция прозвучит в память о несчастном животном, о собаке, которую звали Алмаз. И эта собака жила на оборонном предприятии, кстати, где делают стратегические вооружения. Сука называется Алмаз Антей. Там жила старая собака, эта вещь посвящена этой замечательной собаке. Хромая собака Алмаз. Thank you.
Ахмат Бакаев, Антон Залетаев, Дмитрий Славский, Дмитрий Рыбалов. Собственно, если вы знакомы с творчеством Ивана Смирнова, то, наверное, никто из вас не знает, что композиция Ивана Смирнова, которую он исполняет на концертах, которая называется «Без тебя», по-моему, да? Он ее назвал. Ну, короче, человек назвал композицию Ахмата Бакаева уже по-своему, ну вот, и он исполняет ее по другим названиям. А на самом деле эта композиция называется именно «Кож Бакош», это «Бровь в бровь», это музыка из фильма «Кож Бакош». Собственно, композитор Ахмат Бакаев. Thank you.
Антош Бакош, Ахмат Бакаев, потом залетаем в Петя Сурский, Дмитрий Рыбалов. Ну и в завершение нашего концерта опять аббревиатурное название D1, не знаю. Еще. Я, кстати, придумал название, но забыл, к сожалению. Давайте вместе придумаем. Да, я призываю вас. Лучше зафиксировать где-то на салфетке, знаете, дать Станиславского и Немировича Данченко, как минимум. Напишите на салфетке, мы забудем. Так. Что это? Воронов звонит. Отвечает. Отвечает, да? Алло, Серег. Серега, почему ты не пришел на мой концерт? На наш. В клуб Козлова. Я тебя приглашал по Фейсбуку. Я вот сейчас говорю в микрофон. Тебе привет из клуба Козлова. Сергей Воронов. Ура! Серега, я тебе перезвоню попозже. Мы тебя обнимаем. Но он не пришел. Скажи адрес. Дим, не стесняйся. Олимпийский проспект, дом, не помню. Не, его адрес. Его? Так, D1. Ждем вашего названия.
группа Кош-Бакош, Ахмат Бакаев, Антон Залетаев, Дмитрий Славский, Дмитрий Рыбалов. Ждем на следующих концертах. Следующий концерт наш состоится 2 числа, 2 марта, клуб «Веритас» на Мясницкой. Наберите в интернете, пожалуйста. Приходите. Это будет джазовая среда. Да. Спасибо всем, кто пришел на наш концерт. Я благодарю каждого из вас. И да пребудет с вами сила. Спасибо.